Как в 16 лет стать президентом? Об этом знают лидеры и руководители детских и молодежных общественных объединений. В Новосибирске на днях состоялась церемония официального закрытия всероссийского конкурса «Лидер 21 века-2013» с награждением победителей и призеров. Дмитрий Санников вернулся домой с сертификатом участника всероссийского конкурса «Лидер 21 века-2013» в номинации «Лидер детского общественного объединения» и с дипломом за победу в номинации «Признание коллег». В течение 6 дней проводились презентации различных проектов защиты социальных программ, разработанных в рамках дорожной карты развития своего общественного объединения до 2020 года. Проект защищал студенческий совет своего, это по созданию ассоциации студенческих советов всех филиалов моего вуза. То есть у нас есть несколько филиалов по России, мы хотим объединиться, чтобы делать совместные мероприятия по всей России, потому что мы друг с другом еще не знакомы, филиалы новые достаточно, поэтому друг друга не знаем, мы хотим контактировать, налаживать отношения и в будущем работать вместе. Дмитрий признается, что приобрел колоссальный опыт по работе с проектами, научился быстро определять проблему и выстраивать дорожную карту ее решения. Общение с лидерами из 37 регионов России позволило обменяться знаниями и опытом в сфере работы по организации детских общественных объединений и организаций. Очень приятно, что действительно на всероссийском уровне наши молодые лидеры, будем так говорить, они действительно чувствуют себя комфортно. Поэтому, наверное, вот есть такие результаты. И, наверное, те проекты, которые осуществляются не только с ЛГР на уровне Российской Федерации, на нашем Олгород, Икаре и так далее, говорит о том, что система работы в Чувашской Республике выстроена. Да? Для тех, кто мечтает стать настоящим лидером, в республике создаются все условия. Ребята могут заниматься в местных общественных объединениях, затем принять участие в республиканском конкурсе «Лидер 21 века», разработать и защитить проект. А после – прямая дорога и на всероссийский конкурс. Для того, чтобы стать лидером, нужно, конечно же, уметь повести за собой множество людей, уметь быть ответственным, трудолюбивым, честным и обладать добротой. Галина Титарчук, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.